вчера там шли, сегодня здесь идем. Вчера возвращались домой, там покиская. Сегодня здесь сходили к врачу. Результат не очень хороший, у нас смещение. Почему мы немножко разгибать не можем, потому что 2 недели полусобу там держали руку, да, в гипсе. Немножко неправильно срослось смещение, сказали греть. И на физиотерапию ходить, греть. Вот идем сейчас в Громово, по нашему участку, там будем греть. Там Лили в школу завтрашнего дня уже идет. И оттуда будет ходить, прогревать ручку. Вот. Там рядышком наша школа, 6-2 корпуса. Наш 52 участок Громово. Остальные врачи у нас вот здесь на саду, вот куда мы идем. Вот. Мне сказали еще парафин купить. Это вот этот. Печки. И тоже на водяной бане встапливать. И прогревать ручку. И потом, когда прогреем, немножечко стараться через чуть-чуть разгибать ее, стараться, чтобы вот, ну, как разминать ее. Если через 2 недели улучшения не будет, тогда хирургично. Ну, я надеюсь, что у нас будет все разгибаться, да? Будет все разгибаться. То есть мы погреем ручку в кабинете, после школы будем ходить, да, и парафином или грелкой, он сказал, если не найдете парафин. Вот, и когда погреете парафином дома, то надо стараться чуть-чуть, как бы, не было больновато, разрабатывать, чтобы не было вот хирургически, потому что если нет, то, ну, чтобы так согнутой рукой-то всю жизнь не ходить, придется хирургически. Там надпись «Я люблю ходить в Калининград», я тебе такую вон, видишь, покупала только «Я люблю маму». А, ну да. Я то сердечко «Я люблю Калининград». Или мне на день рождения заказывала сезона с Лешей «Я люблю маму». Когда она подумала, что она побольше. А, написано про Балтрайон. А, я люблю Калининград, написано у нас на Провезина. Да. А я сердечко «Люблю Балтрайон». У нас вот в этом. Здесь, где кинолента. Что за воду купим? Сейчас зайдем водички купим. Сядем на 5-8, до Громова доедем. Там дадим справочку, чтобы нам пробивать ручку. И потом дойдем до Тихорецкой. Сядем там. На 19-й поедем домой. О, мы купили чипсы, колу, да? Пьем, записались мы. Завтрашнего числа. До 19-го будет это самое прогревание. Она со школы на 14:02 будет освобождаться, на 14:20 сходить на 15 минут прогревать и домой до Тихорецкой, а туда, вот как сейчас пойдем. Напрягать. Эту руку напрягать нельзя, да. Я говорю, ну чипсы-то держать можно, здесь-то тяжело. Сейчас я попью. Мы уже дома, вот в пути зашли в дешево, купила Лиле попить. Я водичку, но мы уже ее выпили. Лиле купила шоколадку, съела вот эту вот штучку свои. Я купила себе... Ой, я где не вытащила, что ли? Пакетики, ну, простые обычные пакетики для хлеба, там, чтобы мужу ложить хлеб, там, что-то вот такое вот это самое. Зарезку, потому что давно уже хотела ее. Вот, она везде, там, 150, это 109. Потом вот такой вот сюрпризик. Ну, как бы мы такой уже покупали, но у нас сломался тогда этот самый, и эти. Все, Тёма был маленький еще, сейчас мы уже ее купили. Тёмочка придет, будем надувать, и по Ютубу посмотрим, как делается там, как бы, ну, собачки, там, котики, как-то будем делать. Потом зашли в точку доступа. Я купила сырок за 450, это 200 рублей. Тензиновский такой на 200 рублей купила. Супчики, сосисочки вот такие наши калининградские. В точке доступа очень дешевые. Килограмм 125 рублей, это на 150 вышло, кило 200. Тут 20 сосисок, уже вот 10 отварили. Я дала Тузику. 1,5 сосиски дала коту, потому что нас встретил мяу-мяу-мяу. Вчера вышла к знакомой и слышу мяу-мяу-мяу. Утром не слышала, 3 дня мы не находили кота. А тут смотрю, он в этом самом, в подвальчике, там застрял в этом. Вытащили, обрадовались, нашли кота. И теперь у нас опять мяу-мяу-мяу-мяу. Много ему есть вчера не давали. И, конечно, он и ночью просил, мяукал сильно. И вечером... И сегодня, когда пришли, тоже мяу-мяу-мяу, сейчас наелся, успокоился. Просто боялись много давать, потому что он ноги еле за 4 дня ворошил. Вот.
Завтра мы идем в школу. Вот, вложили там эти и помяли немножечко справку. Завтра она выходит 2 месяца без физкультуры. И не напрягать руку. Сказали греть, да? Прогревать два руку. 2 месяца на физру нельзя. И прогревать ручку сказали, ну, мы уже сдали, мы сходили как бы с садовой, мы сходили на нашу, на Громово, где наш участок, там у нас прогревание. И там будет, она со школы, прямо рядом со школой, будет ходить 15 минут прогревать, в 14 освобождаться, в 14:20 приходить, 15 минут греть, и потом идти на Тихорецкую домой. Вот. А дома мы будем, нам сказали, или парафин, типа воска купить, чтобы его на водяной бане вот здесь вот тоже вот растопить, ложить на ручку, и когда она погреется, потихонечку стараться расправлять ручку, потому что мы до конца не можем. Медленно, чтобы не было, вот я говорю, хирургических, как я говорила, хирургическим, потому что у нас смещение немножечко неправильно срослась рука. И чтобы не было хирургической, надо вот ее греть и разрабатывать. Если мы ее за 2 недели не разработаем до 17 числа, тогда будет хирургическая. Я не знаю, что тогда будем. Слышишь, хирургическая, что там будет? Ломать заново, что ли? Я не знаю. Просто ломают. Вот. И как бы я не знаю, что. Надо раз это самое, Лиль. Ты же можешь одеваться. Ну, а этот всегда мяукает. Лиля еще приучила его, что он на руках всегда. И он теперь без рук не может, как прям этот. Маминкин сынок, Лилечкин сынок. Вот, писклявый прям до ужаса. Это мой сын. Писклявый, я себе кота хотела, но не хотела такого писклявого. Вот, кота. А получилось, что непонятно что вообще. Пищит и пищит целыми днями. Ему уже 4 месяца, 5 пошел, а он пищит и пищит и пищит. Вот. Ну, мы рады, что его нашли, потому что он запутался, бедный, еле ноги волочил. Он когда, вот он не пищит, когда он сытый, понятно, да, он же маленький еще как бы все равно. И когда вот его, он уже сытый, он все равно начинает пищать, пока его вяжешь на руки и начнешь гладить, чтобы он уснул. Его надо еще покачать, укачать. Вот, и делаю, да. И спать, как бы. Вот он полоскается, да. И начинает спать, ложится. Вот он поспит, потом опять. Ну, тишина, пока поспит, опять мяу-мяу-мяу. Хорошо, что тузик не тявкает. Это был бы вообще дурдом. Вот. Так что. Сейчас мы покушаем. Сейчас мы покушаем, сделаем ВПН по-русскому и сложим ВПР. И сложим в новый рюкзак уже завтрашние учебники, что завтра какие эти самые. Вот. Ну, эти же по расписанию. Вот. А сейчас будем кушать. Зашла еще в большую стирку. Я вот такие розовые покупаю всегда. Гелис. Польские капсулы, не для цветного. Универсальные, ну, только для цветного те. А эти универсальные, эти же, такие же, только просто универсальные и для белого, и для цветного. Уже положила стирку, сейчас постираю. Еще 3 часа. И пойдем, как всегда, за Тёмкой.